Огнеборцы пожарной части номер 5 вернулись с вызова. Тушили возгорание в пристройке частного дома. Благодаря их отваге и оперативности огонь не перекинулся на жилой дом. Работало отделение под руководством своего командира Каирнаса Каирбека. В этой пожарной части он трудится 6 лет. Стать пожарным не было мечтой с детства. 7 лет назад 21-летний Каирнас готовился к поступлению в ряды МВД. Такие планы были до одного дня. У соседей случился страшный пожар. Приехали огнеборцы, которые в глазах Каирнаса были как герои. Приехали бравые ребята, так сказать, на машине, красивая большая машина на тот момент. Мысли были такие, залетели, выкинули баллон оттуда, и думаю, ну, нифига себе. Тут как раз после этого увидел, что происходит сейчас набор пожарной охраны. Я думаю, как бы, чтобы не попробовать. Так и остался в рядах пожарных и ни разу не пожалел о своем решении. Пожарная часть номер 5 работает в микрорайоне Береке. Участок сложный, много узких улиц, частных домов и многоэтажек. Из последних пожаров – возгорание в подъезде пятиэтажки. Пришлось эвакуировать с помощью спасательных мешков, дыхательных аппаратов с верхних этажей. Пришлось спускать двоих детей, то есть по очереди. Дети были маленькие, то есть 2 года и около 5 лет. Весь подъезд был очень в дыму, то есть видимость была нулевая. То есть буквально на ощупь нашли эти двери, зашли в дом. Ну, благо сейчас двери у нас герметичные, в доме задымления не было. Они даже, если честно, не поняли, что произошло. Они просто сидели, пили чай дома. Боролись с огнем высотой 3 метра. Доставали газовые баллоны из горящих зданий. Выносили взрослых и детей из объятого огнем дома. Историй о спасенных жизнях у Каирнаса много. Но дома он их не рассказывает, бережет близких. Зато в интервью с нами признался. Иногда бывает страшно. Так было и в Костанайской области, куда пожарного отправили на помощь в борьбе с огнем. Каирнас защищал от пламени дома в деревнях. Большинство пожарному удалось спасти. И таких героев на пожарной машине в Казахстане много. Правда, зарплата не всегда соответствует риску и тяжелому труду. Когда я вообще устраивался, это было 68 тысяч на тот момент. Я, то есть, был пожарным. Получали 60, около 70 тысяч. Ну, как бы, да, конечно, зарплата не самая, так сказать, большая. На данный момент уже получаем около 150, ну, ожидается, да, и повышение зарплат, как сказал наш министр по ЧС, и также поддержал его президент наш. Жаловаться пожарные не привыкли, да и не из-за денег выбрали эту профессию. Спасенные жизни намного дороже стоят, за такое не расплатиться. Не прошло и часа, огнеборцы снова едут на вызов. Ежегодно сотни молодых ребят хотят стать пожарными, отпугивает зарплата. Этот вопрос поднимали в министерстве ПЧС. Там сообщили, уровень зарплаты сотрудников противопожарной службы приравняют к окладам полицейских и сотрудников КНБ. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК.